Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Андрей, Вова, Денис и Сергей. Это Lethal Company, ваши любимые спортсмены. Квота у нас маленькая, но зато мы идем на крутую планету, да? Денис, веди нас на Artifice, и там уж мы победим. Психушку, Андрей. Психушку. Мы и так поставили мод на какие-то свежие звуки. О, ужас. Ужас. Что это было? Это мы передвинулись с курса на курс. Новые звуки, чтобы нас пугать. Теперь будет страшно. Так, нам хватает всего или мы еще что-то можем купить? Денис, купи. Можем купить. Купи что-нибудь. Может быть, зипган ЗПТ, который парализует? Мы его давно не покупали. Он все равно не полезный. Вообще полезная штука, что... но надо бы научиться ей играть, да. Да, надо бы научиться. Может быть, хорошо. Мы сможем солдатика там и там лопатами его забить. Купил. Бракена запинывать тоже. Ну, за Бракена, да, яйцом закидать Бракена. Ингалятор хотите? Зажим яйцами. Ингалятор хотите? Давай, хотим. Или гранату какую-нибудь. Славянский. Что-то я как... Гранату? Не, на гранату больше не хватит. Можем воки-токи купить одну. Воки-токи? Главное не бежать. Ну, купи одну. Я все подберу все. И донесу осталось до корабля. Осталось 7. Погнали. Давай. Давай. Стартуем. Стартуем. Удачи нам, ребята. Удачи. Вот это плывет. Всякие свежие звуки добавят свежести в эту игру. Все такие... Что за карта? Да Artifice, какая карта? Деньги, карта с деньгами. Понял. Так. Прием, прием. Да, я останусь. Иди. Иди, иди. Прием, прием. Прием, прием. Скажи, чтобы они тоже не забыли рацию включить. А то забывают. Я на черный ход. Принято. А Сергей на какой? Сергей. Сергей на главный. Сергей, поговори со мной. Нет. Ну хотя бы так. А то мне скучно тут одному. Не скучай. О, нормально, заход. Так, не забывайте, дорогие зрители, что в описании есть ссылка на... Так, на Дзен. Так что если у вас есть какие-то проблемы с Ютубом, то можете посмотреть на Дзене. Можете даже там подписаться. Вот. Так. У них там есть что-нибудь? У них есть много чего. Вова. Б3. Вы пытаетесь говорить, я вас не слышу просто. Андрей? Да, нажимаешь кнопку, новый звук добавился. Да-да-да. Это ты что-то сделал? Да, я открыл вот эту дверь. Открыл? Дверь этот видел. Можешь, да? Я чуть штаны не надел. Там... Да, у двери новый звук. Тут у входа сосисок куча, я еще сейчас подкину. Денис, по факту тебе там нечего делать в этом месте. Иди назад. Ну, если ты пойдешь... Что там, совсем? Ну там как бы есть куда-то дальше, но там какая-то красная точка, и скорее всего это червяк на потолке висит. Ну не здесь, а в другую сторону. Ну тут-то вот можешь походить. Тут, по-моему, черный выход. Да, я сделал круг. Угу. Могу там тебе еще одну дверцу открыть. Два, которые. Етицкая колбаса, вот это жесть. Вот, стой. Денис, вот впереди на перекрестке висит у штука. Но она висит... Я вижу мину. А, мина, но она без точки, то есть я не знаю, может это мина просто, просто она... Вот, прям передо мной. Ну тогда это значит мина просто. Вот это мина. Ну она без цифры, то есть я не смогу ее обезвредить, если понял. Не наступит. Это мина телепортирующая. А, вот почему она типа безвредная. Сейчас ты встретишься с кем-то. О, ужас. С кем да, ты... Серегой. Если что, у главного входа примерно штук 8 сосисок лежит. Начинает оскать. Вова, давай слева там предметик. Вот, сзади тебя предмет. Вова, вот. Отлично. Отгадай, что это? Сосиска, что ли? Да, это сосиска.
Ладно, я понес, пошел со сосисками. Я вот за все время препровождения я тут нашел только сосиски на корабль, еще точно 4 лежит у главного входа. Что у тебя в руках? Сосиски, там возле главного входа еще лежат. Наша задача — кормить существо. Какое? Очень прожорливое. Да, джеба. Джеб. Каждая сосисочка 50 сосиски копеечек. Сосиски такие уж и дешевые, да, как бы по 50 рублей. Так, я слышу чьи-то шаги, это, по-моему, робот. Нет, это великан. Ну, он там Еще бум. Хуже. Сейчас я его закрою. Ты успеешь? Успел. Я его закрыл. Он попытался меня догнать, но он лошара не смог. Ну что, Денис, давай иди. Куда ты? Ну иди вперед. Возле тебя там точка тоже была. Да это с черного хода, если бегать нужно ходить. Там уже все обыскано. Так возле черного хода, Денис. Денис, ты возвращаешься назад. Куда ты? Беги дальше. Я не знаю куда. Я здесь уже все обошел. Вот беги оттуда, вот сюда. Беги вперед. Вот сюда? О, сзади тебя там красная точка вылезла. И походу это что-то такое медленно двигающееся. Не знаю. Или, в общем, беги вот в эту сторону, да. Беги. А тут тупик. Давай направо поворачивай. Беги дальше. Беги вперед. Вперед, по прямой. И налево, и ты угол главного входа. А нафига мне сюда? Не знаю, сосисок возьмешь. Я не вижу сосисок. Они на улице. Сергей, где ты? Расскажи мне, и как ты туда попал? Здесь нет сосисок. О, поднимайся, я, Сергей. Я от главного входа пошел. Сергей, поднимайся, там предметы есть. Не, сзади тебя, с другой стороны. Робот очухался. Сергей, вернись назад на лестницу. Там напротив, да, предмет лежит. Теперь иди туда, куда шел, потому что сзади себя там что-то и движется. Я тебе говорю, не иди в эту дверь. Собака по центру гуляет. Убьешь ее лопатой. И робот тоже. Сергей, я тебе сказал, что туда не надо идти. Почему ты туда пошел? Робот бьет собаку, я сейчас попробую забрать ее зубы. Сергей. Там большая комната, и там были предметы, но туда, куда ты хотел пойти, изначально тоже есть предметы, так что иди туда. Да, вот иди сюда, пока здесь тихо. А еще робот каким-то образом попал в ангар, где был этот... Хочешь выйти? Ой, Сергей, аккуратно, назад, Сергей, там... лучше иди по правой стороне. Не-не-не-не-не-не, ну, проходи, назад, Сергей, там выход. Сергей, обернись назад. Вот тебе надо в эту сторону идти. Иди прямо, просто прямо иди. Прямо, но учти, будет поворот налево, и там будет турель, пробегай мимо нее. Пробегай. Вот. Аккуратно, красная точка. Сергей, что это? Джестер, народ. Да, Джестер, отлично. Сергей, я мог бы его запереть. Отведи его назад за эту дверь. Осторожно, там красная точка. Андрей, я беру ингалятор и бегу за зубами. Скажи, когда тебе телепортировать. Сергей, беги. Беги, скажи только, когда телепортировать, и я тебя спасу. Блин, там перед тобой тоже красная точка появилась. Давай. Мне главное теперь найти. А Вова-то что, умер? Вова, ты где? Тебя спасти? Пока не надо, я тут с собаками бою. Там какой-то... Больше криповых звуков. Сделал ничего.
Денис, тебе помочь? У тебя там червяк ходит. Ну что ж, роботы стали страшнее, это определенно. Денис, ты что-то бросил, но ты вроде шевелишься. Андрей, я не знаю, буквально, тут робот. Давай, я понимаю, где ты идешь его? О! Ты бросил его? Да. Собака не сдохла. Давай, давай, давай. Тащи. Давай. Скорее, валим! Я не донес его. Ты сам понимаешь. Он там рядом. Да-да-да. Я дотащу. Ингалятор прикольная штука, но... Как нас учили? На полной выносливости наглатываешься и... Так, где остальные ребята? Надо им помогать. Помогай, конечно. Блин, Сергей зашел, видимо, за своими вещами и там и умер. Да. А Денис... О, он пружинкой стал. А Вова выживает... О-о-о. Блин, я увидел труп, и меня аж поплохело. Да-да-да-да. Вова, ты живой? Ты где там шевелишься? Почему так медленно? У тебя там вещи возле забора раскиданы, Вова. Вот да, вот впереди. Это звук роботов. Не-не-не, не ко мне. Вот это жесть. Что за страшный звук? О, там гигант. Аккуратно, сейчас его загасят. Наверное, надеюсь. Где лопата? Ну, дай, дай прогрею его. Или даже вот, ЗЗТ. Где эта фигня? Слева, слева. Да я пока не вижу его. Вова! Что там, Вова? Где? Вова, так. Денис, побудь здесь, я прыгну к Вове. И прыгнул в пасть тигру. Вова, там еще что-то есть? Зубы, вот зубы собак прямо возле ангара. А, возле ангара? Далеко. А, ну хотя вот. Проблема, что 11 часов. Так, там, по-моему, прожарка идет какая-то. Так, спокойно. О, накидывает, накидывает, накидывает просто. Сейчас там все умерли просто. И что, ему проиграли? Я хочу выжить! Ты нас внутри корабля застрелил? Нет, корабль, не улетай без меня! Нет, нет, я залетел! О. Короче, я не... Мне пришлось выкинуть, иначе бы я не добежал, умер. В итоге я все забежал, робот, смотри, что сделал. Да я видел... Стояли, он в нас просто бомбил. Я видел это со стороны, он просто стоял, такой ду-ду-ду, там корабль весь в огне. Я такой думаю, блин, если вы там все мертвы, я такой все бросил, побежал. Жесть, вообще просто. Не, круто, круто. Причем, ну, еще раз... Так, что там? Так, аккуратно, сейчас без лопат. Блин, обидно, не давали они мне забрать. Там столько еще этих трупов всяких было прикольно. Ну вот. Заряжаем свои рации. Я еще хотел семечку в амбаре забрать, но там робот меня спалил. Mm-hmm. Не успел. Иногда поэтому надо. Ну что? Схватил бабуина, пошел. Что, нажимай. Поменял бабуина на кости, и в итоге все, он донес ничего. Ну, бабуина на кости. Лучше бы, наверное, ты все-таки бабуина тащил, может, вроде дешевле. Хотя, они все тяжелые, я понимаете. Ладно. Не, кости дороже будут. Ну, я понимаю, что они дороже, но... Кости, да? Может, они тяжелее. Аккуратней. Костя. Не убейтесь. Там, по-моему, 102 против 132. Это болото, что ли? Нет, это... Нет, это шторм. О, закрываем. Закрываем его.
Так, включайте рацию. Включил вроде. Я на черный. Давай. Давай. Пойду с Сережей на белый. Ты меня одного, что ли? Нет, Вова, я с тобой, Вова. Они все равно сейчас к нам придут. О, у тебя даже фонарик. Кто знает, кто знает. А, ну вот, лифт прямо тут, так что спускайтесь. Что ж ты не ждал нас под вон, лифтом? Вон там, короче, эта штука. Какая штука? О, здесь пара. Так, прекрасные звуки осыпающегося песка. Вова, я тебя совсем не понял. Кольцо нашел. А, кольцо нашел, хорошо. Просто иду вдоль левой стеночки. А это что? Это я раскидал. Ничего себе тут. Это и Хаммер. Ну клёво же. Я на самом деле рад, что они будут более мрачные. Аккуратно, мрачно будет. Где? Мрачен? Я кому-нибудь свет выключил? Возможно. Да, ты выключал свет. Ну, если Бракин, то он, скорее всего, меня первым убьет, потому что сколько раз он меня убивал в прошлые разы. Не уверен. Синяя лампа! Синяя лампа, народ! Ну, а ты сможешь провести нас к ней? О, я слышу тебя, Денис. Брагин! Ой, кто тут? Непонятно. Денис, я живой. Отлично. А ты... Ты видел, куда Вова пошел? Нет, я не знаю, где вы все. Я иду вдоль левой стенки от главных... О, я увидел Бракин. Бракин идет. Нет, вот за мной. Андрей, держись. Так, все, я вроде живой. Я убежал от Бракина, но это было страшно. Он за мной побежал, как сумасшедший. Попытаюсь прийти туда, где он трупы валялись. Но теперь я иду, а там тут тупик. Денис, слишком страшно, говори со мной. Денис? Денис, там пожиратель плоти. Нет. Нет. Давайте будем считать, что я тут просто живу. И все хорошо. Давайте. Давайте так и будет. О, кто-то вернулся! Кто-то вернулся! Это какой-нибудь молчаливый Сергей. Сергей, телепортируй меня, потому что меня сейчас хавают. Телепортируй меня. Что ж ты молчишь-то так? Где вещи нашу? Здесь молния. Ладно, я пойду побегаю. Но без рации. Если там, понимаешь, пожиратель мяса, он бегает сумасшедший. Понял. Так. Интересно, этого пожирателя мяса можно как-нибудь самого грохнуть? Может быть и можно, но он там. Так.
деньги-то лучше, чем никаких. С другой стороны, смотреть боковым зрением сложно. Небеса, сжальтесь надо мной. Электрическая туалетная бумага. Кому рассказать? Главное не беспокоиться, донести лут. Сергей, это лут, но это бесполезный лут. Давай, 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 давай. Так, Сергей, знаешь, что сделать? Телепортани... Она что, тоже? Что? Да туда забросить? Забрось меня туда, да. Я отправлюсь на смерть. Блин, паук, паучихи. Места, где никто не был. Еще Бракин где-нибудь бродит. В смысле? А. Погоди. То есть хочу, не хочу. В пещеру пойду. Трагедия. Если я буду живым, то зато теперь у меня веселая компания. А вот как бы отсюда выйти? Двигаясь по правой стеночке. Так, страшные звуки, не надо, давайте. Давай, давай, выходим, выходим. О, цивилизация. Просто потому, что эта штука лучше. Блин, утенок лучше. Так, так, так. Подушка-пердушка. Страшные звуки. Интересно, Бракин сюда заходит, чтобы душить.
что немножко подышу. Злокт. Лампы. Неужели я зашел туда, откуда нет выхода? Только еще одно ныряние. Уже половина 12, даже больше. Я понимаю, Сергей, 11:50, спасибо. Все правильно сделал. У меня уже маски начали надо мной смеяться. Которые я с собой таскал. Я хотел бы буинов немножко приманить, но они побегали там и нос, и убежали. О, застрелен турелью, застрелен турелью. Локи, had most fun. Ты больше всех веселился, Сергей, ты в курсе об этом? Веселился больше всех. Веселился? Ну там, had most fun там. О, смотрите, какая классная погода будет. Интересно, как там будет? Какая? Чего? Эклипс. Так, я выключаю звук. Как же вот от турели-то умер? Я думал, у вас там кто-то съел вот этот червяк. Слушай, она как-то, она реагирует из-за этих новых звуков немножко по-другому. Нету вот этого звука нацеливания. Ну... И я увидел лазер, и он практически сразу же начал стрелять. Ну вообще нет, Денис, я видел, как он у тебя нацелился. Ты слышал звук нацеливания? Да. Ну, а я вот что-то точно не, так не слышал. Ну ладно, ладно, ладно. Давайте. Ты так на меня уперто вниз смотрел, на тебя лучше. Их там застрелили обоих двое. Так, ребята. Ты как минимум две вещи собрать. Надо собраться. Собраться и сделать. Это что, гигант? Где гигант? Нет, это робот. Мне показалось. Гигант... Гигант внутри амбара, я вижу его. А! Во, вот такой. Здесь. Как эта собака из-под меня вылезла? Ну почему я? Почему я? Вот как я мог выжить в этом состоянии? Вот такой, я буду на корабле. Ладно, Денис. Две собаки. Сергей! Присядь, Сергей, присядь. О, не, он убежал. Сергей, не знаю, что там у тебя за... О, тело иного. Ну, Сергей должен понимать, что там внутри кто-то есть. Нет, Сергей, Сергей, зачем ты начал бегать, когда собака рядом беснуется? Ты же шел хорошо. Сергей, включай. Я пытался ее отогнать. Специально. Ну да, но ты как-то пытался отогнать, когда она... Одно дело, когда ты просто бегаешь и подзываешь ее. А кто умер где? Тоже здесь? Да я стоял, как бы, говорю там, что гигант в ангаре. Из-под меня вылезает собака и хавает меня сразу же. То есть я как бы без шансов. Вова, офигеть. Это... А что, где тут Денис? Да, и прям... Кто? Серега, ты? Он там с тобой общается, все нормально. Или это просто девочка надо мной играется звуками Сереги? Пусть зрители скажут, как им... О, тут кто-то вылез, кстати, определенно. Как им это звуковой мод? Нравится, не нравится? Может, нам его надо отключить? Чтобы было не так страшно. О, подарочки. Главное смотреть за спину, вдруг там кто-то придет, злой дядя. Лучший подарочек для меня. Так, ну Вова в безопасности. Ну, может через Вову смотреть, как у Дениса солдатик приходит слева, да? Они уже все разошлись. Так, а он через черный ход сейчас выйдет.
Оп, вышел. Сможет ли Денис принести деньги? А то у нас еще квота, кажется, не сданный, потому что мы там приносим какой-то мусор. Что я в прошлый раз принес? Туалетную бумагу? Не так-то и много. О, сзади него! Да, а это просто тварь на голову села, я уж испугался. Ну вот что? Блин, сейчас вот он... Ты как раз сюда хотел собак привлечь, и вот Денис сюда сейчас и идет. К этим собакам. Блин, они там по 10 раз уже убежали куда угодно. Вроде у корабля никого нет. Еще и птичку можно будет засушить. Так, птичка слетела. Почувствовала, что ее тут скоро... Зачем он бросает? А, это гигант, гигант там, гигант, да. Блин, такие еще. О, 60-60, 19 подарочек. Подарочек-то можно раскапывать. Так, за лампу. Денис, что ты залез сюда? Иди за лампу. У меня девочка. Так, и я там лампу бросил. Попробуй где? Стой, аккуратно. Там, снаружи, слева. Птичка маленькая, попробуй его поймать, убить. Давай. Вон она. Вот, на моей башке. На лопат. Вот там, там, да. А лопату он сам подберет, он там лампа светится. Где ты, говоришь, бросил? Лампа такая светится во тьме просто. А у них сразу, кстати, птичка появляется. Да, она сперва ей надо... Каждый монстр, ему нужно некоторое время вам сохнуть. Чьим-то трупом. Он еще там труп какой-то нашел. Я, короче, не пошел, блин, потому что был уверен, там шам, же у меня фонарик, клетки уже. Можно добраться. Ну, 44 монетки. Так, куда ты гигант понес? Так что, будем что делать или? Я хочу... Сейчас утихнет тут адреналин у меня. Я хочу сходить за фонариком. Да, не видит его, твой фонарик. Ну, давай. И рация там рядом. Блин, он, по-моему, только привлек его. Великан, что ли? Приманить их нужно и пару раз удалить копать. Он бежит. Это великан так топает. Новая озвучка великана. Ну что за приходи. Бейте его лопатой. А ну он ушел. Хоть бы с роботы, что ли, вышли, повоевали тут. Убивали всех. Еще, наверное, раньше было очухаться. Ладно, я пошел. Жди здесь. Отойду на минуту, пока они тут бегают. Бегаю. Уходи, уходи. Зачем? Зачем? Я думал, эту штуку открыть, она уже будет открыта. Лол. Откуда там вторая рация? Проснулся. Ну как у них тут? Ну давай, время есть. Главное не помереть. А ты где? А, ты здесь еще у меня может башка взорваться, если что. Он две рации подобрал. Он же не может прийти на корабль тебя убить, правильно? Ну он может свою сбросил. Девочку свою может сбросил. Не знаю. А да не смотри мне, а ты с фонариком был? Я? Да, да, я был с фонариком, по-моему. Нет, я был без фонарика, я был с рацией просто. Какой звук. Да уж. Страшная игра. Ты что тут? Который... Забган, не... да, который тормозит. Тихо, а это ингалятор беленький. Собака он тоже может? Собак? Нет. Может, но... Он... Надо попрактиковаться, чтобы он нормально работал. ЗЗТ бьет недалеко электрическое и ненадолго глушит. Я не думаю, что можно успеть собаку убить. Я сомневаюсь, что мы солдатика-то сможем убить.
Надо, чтобы один бил, ну, в смысле, электризировал, а двое других там настукивали. И может быть тогда... Через 30. Ну, он там валяется. Так, возьму рацию. Вот смотрю, что там такое-то земле. Это рация. Вот тут у нас. Больше раций. Просто не выпускают. Ну хотя он спокойно гуляет. Опа, бабуин. Пацан походит великан. О, бабуины начали рождаться. Да, бабуины вижу. Он побежал туда, на центр. Там гигант, я вижу, среди амбаров ходит. Ух ты, вопль какой-то. Девочка. Не знаю. Сейчас Денис закроет. О, собака. Пойду попробую спровоцировать робота. Собака, великан. Вижу собаку. Великан там еще ходит, не ходи туда. Что за собака ходит, злая какая-то. Рискуй зря, мы, у нас, мы их будем брать только если их роботы убьют, а так смысла нет. Да, я никакого. Понимаю. Собака за большими зубами. Идет, бредет к кораблю. Скоро летает, смысл ждать. Ну, тут а надо, да, либо идти за вещами, как бы на... Тихо, собака тут ходит внизу. Ну, они пытаются что-то дождаться. Я бы шел лутать. Либо там через телепорт, например. Помнишь, как ты меня закинул? О, робот проснулся. Робот завелся. Отлично. Какой корабль? А, давай. Там они все завелись. Вообще ждать. Круто. Сейчас бы им обоим не умереть. Сзади, Сергей. Это третий день. Собака очухалась. О, собака убита. Собака убита. Рядом с кораблем лежит. Видишь, зеленый футбол? Я могу попробовать. Не, может я? У меня просто девочка. Ну давай попробуй там. Аккуратно будет, тут прям уходим. Выходим. Хотя я уже не уверен, что я возьму. Прям пробовал сейчас тут. Я вижу. Андрей. Ну. Что, Сергей? Я отойду пока что. На 30 минут. Давай, давай, иди, иди, иди быстрее. Улетите на базу пока вас. Да, 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 хорошо. Собаки. Он идет в мою сторону, может убегать вперед. В другую сторону назад. Да. Развернулся. Да, вижу. Робот. Сейчас не увидит. Не увидит. Надеюсь, что нет. Куда-то далеко ушел, попробуй забрать. Черт! Куда бежит? Да все хорошо, робот улетел. Фух. Все, можно. Как бы полетим, я думаю, что... А то давай. Мы тут вдвоем только играем, а ребята там... Давай, давай, давай. Да, давай. Фух. Блин, Эклипс это, конечно, неприятная карта. Ну, погода. Ракеты там полетели. Ну да. Хорошо. Так, ух ты. Безглазая Андрей, собака. Собака слева, да. Вова, ты... Что такое сикфлип? Сикфлип, ну, клёвый там кувырок сделал. Андрей, тебя что убило? Тоже собака? Собака. Я, короче, говорю по рации, из-под во мной собака вылезает. Написано Айлис Дог. Я, типа, не молчал рядом с собакой. Я видел даже, как он умер. Я даже видел, как он умер. О, как это прикольно было? Вот я, по-моему, стоял просто, и так из-под меня собака вылезает. Я такой, ах! Да, там что-то такое было. Так, давайте на компани. Sit down, please. Непривычно с моей ручкой пока еще.
Угу. Серега, ты тут с нами? Да, он с нами, он просто отошел на пару минут. А, понял. Сосиски! Да, сосисок мы, конечно, набрали ужас. Так, Саня, тяжелое надо сказать. Господи, что это было? Это было... В смысле тяжелое? Кости тяжелее, Андрей. Да. Озвучка Вова. Сколько у тебя сейчас весит? 173. Ну ладно, у меня 159. Давай! Давай, давай. Давай. Тут не нажимай, погоди, я еще чую. Мясом, мясом накидываю, косточки. О, дудок. Представляешь, жуешь дудок, он такой... Давай, давай. А не подходи, не подходи, Денис. Да-да. Я. Сосиски сюда. Все, что? У нас мало вещей, мы еле-еле тут сдали. Я не знаю, хватит ли нам... А чё мы подарочек-то не вскрыли на прошлой карте, а? Чего не вскрыли? Ну вот так, подарок не вскрыли. Дорогая. Ну да. Как это? Ну следующий. Так, всё сдали. Беги. Всё. Форест. Беги лес, которым управляют. Эй, 1100. Сейчас деньги рассчитаются и... На артефакт не хватит. Не-не-не, сейчас должно... Будем надеяться, там. Даже премия там, 4, о, все четенько. Полторы, хватит нам. Так. Одних сосисок сдали нам. Давайте нам минутку много. Подождем Сергея, наверное. Пока покупайте эмоции, не знаю. Я эмоционально опустошен, мне нечего покупать. Да мне вообще было так страшно. Intensity. Да ладно. Да с этой новой музычкой, конечно, страшно, блин. Вот, вот, давай! Вот, пошло, пошло. Интенсивный танец. VR Venom. Еще и DMC Free. Тут походу из меня сейчас кто-то выйдет, вылезет. А, Venom? Не, он просто такой типа. Что-то у меня всякий мусор по эмоциям. Такие дешевенькие. Так. У меня также. Ну куплю их, чтобы потом, может быть, меньше попадалось. Ох-ох-ох. Нифига, дверцы с таким звуком. Так, эмоции я купил все, значит. Что там у нас? А, кувырочки вот эти. Ну, кувырочки, это, конечно, миника. Что это за мир? Рации у нас хватает. Странно. Лопат хватает. Скал. Какой-то этот. Ну что, я теперь какой-то... из этого... Как, атаки титанов, да? Жест или из какой? Так. О, о, Сергей. Уже разгрузились? Да, уже разгрузились. Да. Долго ждали? Ну, прилично. Некоторое время, минутку. 40 лет почти. Да. Во, мы не спрашивали, сколько тебе лет. Закупились? Это тебе лет, я потрогал, сказал. Закупайтесь. Не особо-то и не ждали. Все, все в порядке. Значит, что мы можем купить? Мы можем на 30 монет, наверное, купить что-нибудь. Да нафиг нам. Ну, молодцы. Зарядили. Тогда взлетаем. 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 Вот так вот. Не заряжает лопат. Хватит себя заряжать лопат. Заряжай ключ. Фонарик возьму и рацию. Криповые звуки. Попробую зарядить вот эту штуку. Она тут. Не получилось. Хорошо, что ты сюда вынес. Купим что-нибудь на 150 денег. Ну, на артефайс прилетим и купим. Давай. 99 квота. Давай на артефайс. Не забудьте на артефайсе открыть подарок. Справедливо. Джиггл. Что ты? Купил артефайс? А, я Сережа в туалет пошел. Сверху, знаешь, так, чтобы это... Да, они все пошли там вниз. Чтоб ты меня подсадил. Денис. Что покупаем? Что нам нужны? Не знаю, у нас все есть. Все есть. Ну да. Можешь купить что-нибудь такое бесполезное. Лаудхор, например, за 100 монет. Просто чтобы там коврик там на стену или на пол. Че, денег много, что ли?
Ну и звук. Сушка страшный. Не, это еще куда не шло. Раньше был страшнее. Не, ну этот страшнее, но этот интереснее. Раньше ты уставал, ты звонишь в него и так. Блин, а стол-то прикольный ты купил, столик. Блин, представляешь, в пещерах ты ходишь и такое слышишь, и ты такой, я на корабль не пойду. Все, поехали. Я, короче, буду вам атмосферу, если на корабле буду оставаться, создавать. Так. Подарочек, лампа, вот, я а уже лампу. А что за погода-то? Я уже лампу. Вы напармили. Красавчик. Лампа на столе должна быть. Блин, они уже побежали. Прием, прием. Уже все побежали, кроме меня. Да, я не включил. Андрей, а кто вещи возьмет? Какие вещи? Я брал. Разве не покупали? Вроде нет. Я тебе говорил, спрашивают, надо что-то покупать. Особняк. Говоришь, нет. Да, вот. Какой из особняков? Ну такой красивенький. Сразу кухня. Кухня у меня, приходите сюда, тут много лука. Мне послышалась кукла. На черном входе. Да таскай, таскай его, во, мы пока поизучаем а, здесь. Ладно. Не переживай. Турель. Я пока к выходу к черному подтащу. Ага. Ты где-то рядом, он. Где-то рядом я? Может быть. Может быть, может быть. Может быть, я где-то рядом. Он тырит мою лупу, короче. Блин, тут смотри, лупа одна, ее не забрать. Она прям под столом, но почему-то ее не увидели. Нифига себе я. Я две двери на втором этаже. Я вижу его, я вижу, как он ворует лут. Андрей, вот тут лампа и попробуй вытащить лупу из-под стола. Ага. Что-то... Лупа... Кто у вас там лут воровал? Лупа не лезет. Вова, где тут у тебя черный выход? Вот он. Отнесу, пожалуй, 4 предметика. Да, 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 там много будет ему набрать. Кстати, птичку можно лопату взять. Птички? Птички, говоришь? Да, они здесь. Да, вижу одну. Она уже на мне приземлилась. Андрей, у меня лопата. Я за тебя. Я за тобой. Ты уверен, что ты за мной? У тебя две птички, ты же улетишь. Денис, ты не за мной. Стараюсь это сделать. Андрей! Я только за забор перешел. Или это Вова? Вова, это я. Ты за три штуки, вот вы за... Все, Вова, полет уже отправляться сейчас будет. Поделись лопатой с Вовой. Возле забора еще одна птичка слетела с меня. Ща, я их нафармлю. О, вот это я понимаю, лут. Сергей, ты живой? Я скажи там мне. Свиток, живой, живой. Роботы. Около корабля внизу птичка, слева. Бабуин, Сергей, направо, иди вперед. Иди. А, тут кухня. Бабуин. Андрей, там... прихвати лопату, попробуем вместе бабуина убить. Отлично, пойдем. Ничего. Вон он там, по центру. Червяк, 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 червяк! Надо практиковать. Червяк! Червяк!
съел бабуина. Три. А, я умер. Еще один съел бабуина. И меня съел при этом. Охренеть. Сколько же тут этих червяков? Бабуины нечестно, они забирают наши просто. Еще он съел Андрея, походу. Да. Так, Серега, вот пройди, золото. Да, налево давай. Я лут. А ты ищешь выход или что? Не, назад. На черном ходе все вестник забрали? Вот налево там лут есть. А, у тебя полные карманы, что ли? Я не знаю, нет, здесь тупик. Серега, здесь тупик. Если тебе нужен выход, то иди вот прямо. Вот слева есть предмет, а прямо налево дальше. Там через кухню можно пройти. Налево. Коридорчик будет, черный выход. Вот проходи чуть левее, да, вот туда. Вот, стой, да, назад, да, вот там выход. Черный. Отлично, да. Вот. За шкафом. Пусть на черном выходе заберет фонарик один. Что-то, по-моему, Денис его не услышал. Ну, если, конечно, у него 4 вещи. Ну, у него 4 вещи, у него там. Сергей несет. У него, по-моему, 4 вещи. Я забрал фонарик. Но там еще туалетная бумага на главном ходу. Я сейчас довернусь. Ладно, и сразу червяк исчез. Ты сходишь или я сходил? У меня. Ну давай схожу. Правда, мне страшно. Ну, давай. Бегут. Бегут. Денис, ты ушел, что ли? Да. Ты же сам сказал, давай. Да я тебе здоровый. Нет, ты не слышал. Так, на черный иду или на белый? А, прощайся, Липова. Нет! Какой дед? Господи, черт, меня чуть червяк не съел. Что за у нас за это, за червяковая сегодня пати? И, кстати, по звуку стало лучше слышно, пока музычка сразу начинает. Ага. Вова, ты меня можешь к каким-нибудь вещам привезти? Серега, ты? Ну, я послежу за тобой. У тебя какая-то вещь, на полу какая-то вещь. Да, это я знаю. Мне еще две вещи нужно. Поблизости все на центре. Направо поворачивать. А... О, прямо. Нет, прямо. Налево. Вот здесь вещи. Сзади тебя. Аккуратно, если что, прям по центру гуляешь. Вернись обратно, вернись. Прямо в бечь. Нет, назад, развернись. Вот, прямо перед тобой еще вот здесь. Если бы ты не сказал, я бы ее не нашел. Все, иду на выход. Нет. Она просто была в текстурах шкафа. Хорошо. Тем временем у Вовы приключения. Собаки. Собаки, гиганты и вот это все. Сергей, ты можешь мне подсказать, кто я что-то слышал? Есть тут кто-то возле меня. На кухне какой-то предмет есть. Там лупа, которая застряла в текстуре. Наверное. Да, нет, вернись. Если на выход, то вернись. Не, я не на выход. Да и не, я выход знаю где. Это, не знаю, да это вот лупа, она под столом. Не, в другом месте. Попробуй налево идти. Прямо, налево. Нет, тут тупик. Там вещь какая-то есть, но непонятно, куда. Так, тем временем Денис тут делает отличную работу, несмотря на то, что не видит ничего. Да, ему надо просто вот идти сюда и направо.
Во. Ой, нет. Кто-то ходит тут. Его надо телепортировать. Это не я. Я боюсь, что это... Как бы ни была, это джестер какой-нибудь. На кухне кто-то пошел, аккуратно. Это Бракен. Он ушел. Я, короче, убираю, что-то мне тут стало. Он ушел на левую дверь. На кухне есть предмет. Блин, ты знаешь, я его не подобрать. Короче, пойду-ка я отсюда, мне стрёмно. Аккуратно, собака рядом, может быть. Вот, это робот. Это мертвый Сергей. Какой мертвый Сергей? Нет, это мертвая маска. Полетел туда. Телепортируй меня нахуй. Ой, я просто максимально ранен, у меня красный. Да меня робот выпинул, я возле главного входа был. И... А у тебя вещи-то были? У меня была только лопата и рация. Давай я сбегаю. У меня буквально одно ранение, и я труп. А куда он, Сергей, сбегает? К гиганту? Аккуратно, аккуратно. Куда он побежал? Сергей, время-то 11:30. А там гигант, заходи скорее. Черт, да ну, не, бесполезно, надо летать. Вот время уже. Давай, разминай его. Только не корми. Блин, жалко рацию и лопату. О, нифига себе. Прям чувствуется, что по нему бьют. А не тот дурацкий металлический звук. А чё? Это вы стол купили и поставили на лампу? Да. Всё, корабль улетает. Ты! Глупая гигантская рожа. Он как босс ушел. А, ты остался, а мы улетаем. Ну что? Устроим заговор. О, неплохо. Да. Полторы тысячи. Самый раненый, да. Вы прям красавцы. Ну это на птичек, наверное, набралось. Или я не знаю. Главное, я такой... Да, птичек мало. Пошел за Вовой. Триходки с кухни мы с тобой принесли. Откуда там? Ты че? Вова такой, пошли бобы набить. Ну что, нас ждут болото. И что случилось? Меня съели. Там а я видел червяк, такой, поворачиваюсь, кто-то стоит, и червь там выпрыгивает. Я такой, интересно, там кого-то съели или нет? Причем, я понял, что перестал звучать Андрей. Сволочи, обоих бабуинов наших забрали, короче. Вместе со мной. Да. А третий червяк чуть меня не съел. Просто вот. Может, это был какой-нибудь из первых двух пришел обратно. Так, Сергей, что ты закупаешь? Да, просто эмоции смотрю. Тогда летим. Летим. Давай. Же, летим. Нам надо выполнять квоту. И не умирать. А то я это люблю. Ну, чисто технически, нам теперь главное не умирать. И не утонуть. Пока все да? А, точно, и не утонуть. Так, заряжите все, что у вас есть. Не утоните, аккуратно. Аккуратно. Смотрите, это опасно. Не утони. Спрыгивать с корабля очень опасно слишком рано. Бывает, ты прыгаешь и в лужу попадаешь. Поэтому тут надо... Ну да, я так частенько умирал. Они любят. Не только. Не забывайте, что лужи могут появляться там, где их не было. Да. Что вы думали, типа, тут безопасно, а потом раз, нифига, уже стало опасно. Блин, фонарик как будто бы нисколько не помогает. Не, он наоборот все портит. Я на черный пойду. Я пойду с Сергеем на главную. Сергей, пошли вместе. Так, я на второй этаж, как давай, обычно. Я пойду по первому. Вова, налево кухня. Но кухня, там куча вещей. Денис, пока обноси тут надо. Я золотой слиток нашел, возле главного входа бросил. Так. Еще.
Отлично, первую дверцу залутал. Я пока тут... снесу вещи. Я еще пару предметов принес к главному входу. Так, снизу у главного входа пугалка, не бойтесь ее. У меня на башке птичка. А ты пробовал ее гладить? За мной еще две. Да, я вижу. Еще две. У тебя Дениса понесли. Прощай, Денис. Денис, одна тоже нам придет. Сейчас мы их приходим. Мы ничего не понимаем. Вообще им будет тяжело меня поднять. Меня тяжело вещи. Возле главного входа три предмета лежит. Две маски, а и этот самый, и... На люк. Черном тоже лежит. Сейчас потаскаем. Сергей, как ты бросил эту маску? Зачем? Мне не хотят дать вниз приказ полностью. А, понимаю тебя. У главного входа первый этаж обыскан полностью. Сергей, насколько ты тут ходил? Где ты ходил? По правой стороне или по левой? Так, смотри. Я вот здесь все обыскал, откуда я ухожу. Сергей, я вижу Дворецкого впереди. Пойдем туда вместе. Подожди, дай я сброшу картину. Ты ее сбросишь? Пойдем. Пошли. Я немножко сходил налево и немножко сходил направо. Пойдем тогда, налево пойти. Пойдем налево. Еще три птички наформил. Красава. Охотник. Просто охотник. У главного входа вещи лежат. Кто-нибудь принесет их? Да-да, сейчас мы птичек дофармим. Мы птичек убирали, да? Мы так, пришли. Я нашел чей-то фонарик. Молодцы. Это типа кухня, которую вы от черного входа выходили? Да-да-да. Еще птички. Так, Сергей, это за черный ход. О, давай. Сергей, тут смотри, удочка, тут никто не ходил. Ого. Ну, здесь тварь-то. Да, сейчас мы ее протолкаем. А хотя тут тупик. Где? Тупик, ладно, все, не трогай ее. Я работу запер. Сергей, Сергей! Ну что ты делаешь? Там какие-то вещи есть. Там есть вещи? Да. Сергей, короче, давай берем эти две вещи, пойдем через главный вход, пойдем. Давай. Тут если что, где этот домик спасительный, будем ходить, тут болото. У меня такое ощущение, что только мы с тобой остались, так что советую идти на корабль. Все хорошо. Окей. Если что, на черном ходу там тоже лут лежит. Мы там что-то подобрали, да, там двигатель. На белом тоже море лута. Штук 8, наверное, только. У главного входа проснулся робот. Знаю. Хотя как знаю, нет. Он меня чуть не напугал, понимаешь? Я выхожу, а он просыпается. Сколько ты уже птиц там половил? Я почему вижу одни постоянно птицы, 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 один, птицы? Я говорю, один я, 8. Да там их штук 10. Денис еще штук 3. А с черный ход сходит забрать вещи? Мы, Вова, мы там забирали там двигатель. Вова, Сергей забрать. Должен был принести. А, все, окей, окей. Там уточка была, двигатель был. Так. Я, наверное, схожу еще туда. Я еще черт, твою лопату принес от главного входа. У меня там еще фонарик был. Подальше закинул. Пытался на белый сходить. Я твой фонарик забрал. Угары. А, забрал? Вова, иди побегай, я постою, кого-нибудь да, спасу. Или не спасу. Или не спасу. Я на черный ход пойду. Кричите в рацию, если вас надо телепортировать. Денис,
ты забираешь вещи и уходишь, да? Да. А, надо... Больше ничего нету. Робот. А у меня маска смеется, нормально все. Сейчас я попробую профессионально закрыть еще одного робота. Болото, телепортируй меня, Нет, нет, болото, слишком поздно. Денис, тебе надо телепортировать? Что же вы? Сергей, за тобой маски бегут. Они утонули в болото. Мы будем что-нибудь делать, Сергей? Сергей. Кто? Оба. Они оба. Их толкнуло в болото робот. Будем воевать или улетаем? Потому что маски... Давай я сбегу. У них лут. Да, я сбегу. Закройся там. Там... Маски сюда придут. Если что, призовешь. Я без брата. Хорошо. Давай. Надо взять лопату, чтобы быть готовым. Так. Так, пока у меня никого нет, все хорошо. Видишь маски-то? Да я видел маски, да. Я видел, даже видел, как ты помигал. Улетаем. Там. Улетаем? Улетаем. Да. Знаешь, одна маска с одной стороны так убегает. Звук сзади, поворачивайся, там вторая маска. Я видел, как ты ловко мансил между ними, молодец. Главное, я не умер в этот раз, и это было... Я подумал, если они утонули, значит вещи с ними утонули. Я так посмотрел, не нашел. Да. Утонули, ну 1300. Это птичка. Потонул в песке забочек. Да, а так бы тебя назвали каким великим Иксон. Охотником, я не знаю. Да, ну да. Я... Вальчил бегал. Просто. Тащит и тащит. Да, тащит. Серега, за нашими вещами было немножко бессмысленно идти. Я уже Вова понял, их не было, а мои вместе со мной утонули. Крыща такие, а телепортирую, я такой телепортирую, и такой никого не могу. Ты слупок вообще, ни одного не спас. Ты думаешь, это легко? Знаешь, как вы быстро тонете? За секунды просто. Да, да. Причем я такой тонул, я только вот буквально вошел, пытаюсь обратно, и я понял, что я в стенку уперся, и все. И все, никак. Ладно, нас ждет... Маска тоже оценила. Ее решил двигателем прихлопнуть. Да-да-да, смех был до моды, все нормально. Ты взял такой двигатель и на маску положил, типа заткнись. Что с погодой? Осторожно, тут дождь, тут болото. Все еще болото. Опять, да. Прыгай, Сергей. Прыгай, Сергей, проверь. Что? Все нормально. Все хорошо. Проверьте рацию. Я лопату сразу взял, чтобы лечить. Правильно. Вдруг там какая-нибудь маска выскочит и ударить ее по лбу. Или пугалку забить. Мы не знаем даже, сколько она денег даст. Или как выглядит она? Завод! Завод обычный, да. Сергей, там тупик. Картина возле черного все-таки. Окей. Так. Еще одна, походу, карта с картинами. Не-не-не-не-не-не-не. Тут вещи есть. Всякие что разные есть? Вещи. О, нет, дворецкий, кажется, где-то. Короче, две картины на черном входе лежат. На главном входе три предмета. У меня большой предмет есть. И ключ. У меня яйцо. А у нас тут тупик, походу. Так снеси вещи тогда. Не-не, в смысле тупик? Я тут хожу. А,
все, ты, Паш, я-то просто по лестнице поднялся. У меня тут где-то дворецкий шарахается. Я где-то... Я в твою сторону пошел, не пойму. Окей. Пока отнесу парочку предметов. Мне о, я вижу дворецкого, но он за закрытой дверью. Ой. Легкие зависания игры. Все в порядке. Да, без фонарика тут тухло. Тут и фонарик, и лопату, и все. Резервный слот под фонарик. Ты жив? Я жив, я на корабле. Да. Яйцо взорвалось. Зачем? О, Сергей, у тебя там на конвейере предметик есть. Один. И вот там снизу слева был возле лестницы тоже. Минимум два предмета было. Вот один впереди, прямо перед тобой, да. А другой, наверное, надо есть спуститься по ней. Тут за дверью лежит два, там не открыть. За дверью дворецкий. Могу принести ключ на черный ход. Тут, Сергей, аккуратно, к тебе что-то бежит. Что это, Сергей, тебя телепортировать? Ну, что-то большое и тяжелое. Телепортируй. Телепортировать? Да, 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 да. Там дворецкий. Так, Сергей, возьми ключ. Если что, на черном ходе два лута лежит. Картину. Я возьму одну картину и пойду. Но у меня больше нечего, я пока тут путешествую, возможно. Я больше ничего там не нашел. Вова, несу тебе ключ на черный ход. Возможно, придется идти на главный. Несу вам ключ на черный ход. Там лежало, я нашел. Но без ключа не могу открыть. Несу ключ. Да, очень проблематично будет тебя найти с ним. Он на что? Пойдем, Андрей. Пойдем. 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 Мы нашли друг друга. Ну, пойду. Вова, ты же отсюда пришел. Я тут, я по левой стороне пришел. Понимаю. Вот здесь вот от закрытой двери там будет. Так, открывай. А сзади? Это все-таки вот это... Надо было... Перепутали дверь. Вова. А тут вообще ничего нету. Вова, ну ты... Вы не туда пошли, блин. Не ту дверь, да. Вова такой, типа, открывай дверь. Я такой взял, открыл. Сергей, принеси нам ключ какой-нибудь. Я принесу. Несу. Вот он. Я пока отнесу картину. Кинул меня тут, блин. Денис, иди, я с ним. Денис, ты же дойдешь? Меня видит гигант. Кто-то топает. Гигант между двумя ангарами стоит. Да. Если что, бросай картину, Андрей. Хорошо. Там как-то много гигантов, целых двух вижу. Денис, беги. Я, короче, попробую сам за ключом сбегать тогда. Что я буду стоять? Сергей, скажи, что ты живой. А, Денис, я вижу твоего гиганта. Денис, сейчас, кстати, я заберу ключ, я попробую быстрее, когда бежать в ангар.
Почему? Почему? Сергей такой просто наблюдает, как меня убивают, и такой, ладно, так уж и быть. Прости, Денис, прости. Что вы там друг друга убиваете, я не понял. Где ключ? Так я завис. Ты завис? Я не мог никуда выбраться. Почему я ключ? Ну, блин, тебя бы телепортировали. Я в текстурах. Тебя бы телепортировали, Денис. А Серега не мог слышать меня, у него рации нет. Ну, Вова бы дошел до корабля и телепортировали бы тебя. Куда вы торопитесь? Зачем тебя сразу убивать-то? Я не понимаю, что это за такое? Может, немножко бы попрыгал там, приседал бы куда. А меня собака съела, представляешь, я там немножко нашумел, она там через полкарты там пробежала, по лестнице такая, я такой вижу, она бежит по лестнице, я такой, нет, она забегает, поворачивает и хавает меня. Вот видишь, Денис бы такой вот, он бы подумал и телепортировал бы тебя. Нет, тут просто, видимо, собака там гуляет, что не молчит. Зато веселый и драматичный момент. А у него просто, может, рации нет, или он, не знаю... У Сереги нету рации, потому так что вот. Все рации расхватали. Ну вот, поэтому он и не говорит с ним. О, жесть. Да собаки там рядом нет, по-моему. Можно вбегать. О, слишком осторожно. Слишком профессионально. А вдруг там болото? Все правильно, пусть будет осторожно. Чтобы сразу по щиколотку, по горлышко сразу окунуться в грязь. Сразу хлебнуть водицы с тылой. Живой? Я молчу. Нету, что ли? Нет, у меня рация. Я призвал, рация осталась внутри. Больше рации нет. А, ну на тебе рацию. И... Снял ее с Дениса, да? Только рацию и все. Ключ мне никак не забрать было почему-то. Ладно, ключ по барабану. А у меня больше ничего не было. Может, мне удастся вещь Андрея вытащить. Возьми рацию-то. Не, я без рации. Если я умру, то умру. Ой, я сложный человек. Лучше бы Вова пошел в тот место с ключом. Там три предмета такой, кладовочка такая, прям кубки стояли, там, не знаю, лампы светились. И дворецкий бегал. Так, вот мой балкончик, на котором я умер. У меня картина была только, по-моему, вон она сверху. Куда там, Денис? Сергей, куда ты пошел? Я никуда не пошел, я прямо здесь с тобой комментирую. Мне нравится. О, вот примерно так вот ко мне и пришла собака, только она пришла ко мне снизу. Нормально. Да, возможно, это его спасло. Не нет, возможно, это его спасло. Не потому великан? Что он... Давай, он... Ладно, я попробую еще раз, если что, ты зовешься. Да. Опять а Сергей... вот это уже великан. Да Сергея пофиг вообще, что, великан, не великан. А, призывай, говорит. А он что тебе призывает? Да Сергей убежит от кого угодно. Там картина была. Может, еще его вещи, я бы как-нибудь куда бы отсюда. Ну, там с того велика гнался. Че, мне надо было отдать тебе на сиденье, что ли? Ты куда? Слушай, иди сюда, морда ушел. Раз, два, три, четыре. Хотя бы слышно тебе, да, что такой... ты великан. Блин, вот Сергей сейчас заступил за линию, это слишком... 6, 7. Нет, цепи. 8, 9. Смотри, они теперь 10. Не убегают, они теперь пытаются все-таки дойти, да? Да это Сергей просто его дразнит, как. А может кто-то в смысле туда-сюда бегают? Заплутал. Ой, убегает очень далеко. А вот теперь убегает. Но посветить надо, фонарик. Может, наверное. Заплутал, кто нас убежать. Да полетели, чё мы время тянем, Денис? Ой, да, Сергей. Все путают тебя. Да. Да. Там уже автоматически его корабль например, летает. Думаешь, собаки его там покрыли? Ну я его здесь еще пару раз ударил, кстати. А надо 30. Да, на самом деле немного оставалось, мне кажется. Ну, 10 раз, 10 раз. Ну, может, треть где-то. Знаешь, 10 раз он его ударил. Собака. Pass it, go and collect it 200. Да что это я такой pass it go, это что-то коллег 200
Ну не знаю, возможно, ты в Pokemon Go играл. Типа много не было. Так, нам нужно сдавать. Чего? Квоту сдавать. Лететь на корабль, на базу. Так. Блин, 900 денег. Ну, птички, да? Да уж. Может, даже не все сдавать будем, у нас уже вещей много. Ну, давайте подумаем. Ну, слиток оставим, я уверен. Ну, сейчас до 1500 дойдем и потом посмотрим. Угу. Нам надо закупиться лопатами немножко там, прочим барахлом. У нас поизносились, мы поизносились. Купить у нас кончились. Он злой. Он злой. У него в животе урчит. Это у меня, может быть. Хочет. Так, все, Сергей, попробуй. Тебя, Андрей? Не знаю, нет. Все, он так. Тебя прихватит. Что-то я иду, как будто у меня в ботинках мокро. А что, не так? Нет. Там вода, наверное, которая снизу там булькает. А. Суть денег. Роботы. Три робота просто, чтобы его расплющило. Точнее, у нас расплющил. Так, открываю. Открыла. Утворяйтесь, ворота в ад. Так, ну может быть хватит уже сдавать? Погоди, погоди, куда ты все приносишь-то? Сколько у нас сдано? Посмотрите на базе. О. Ну, 1200 где-то? Еще 700. Сколько? 1329. То есть надо еще. Да вообще у нас 700 там квот или 900, что-то такое. Ну квот это 900, имеется в виду вопрос, нам нужно 1500. А, ну да. Так, ну может быть теперь хватит? Вот ходим и там булькает вода. Может просто все в водичке немножко покрыто, мокрое. Да, слушай, булькает. Так, нажали кнопку? Вова, пошли со мной. Куда? Я там был. 2000. 2000. Сергей, дай закупиться чем-нибудь, фонариком. Нет, никаких, где мы закупились? Ну, разве он закупился? Он просто пошел туда вниз. Ну, пожалуйста. Давай, спасибо. Так, крот, давай 8, например. Шовел 4. Где-то подальше, если бежать. Воки-токи 4. Можно. А? Так. А, ну не хочу нравится. Сейчас ракета пролетит. Помогите мне донести все вещи. Лады. Их тут 12 штук. Миллион. Миллионы. Алхрос из окна, из окна. Видишь ты? Так. Все. Нам нужны рации, наверное, еще. Да. Рации по-любому. Мы же уже оценили их полезность. Не то чтобы, ну знаете, вы бегаете, там за дверью лута дофига. А вы прошли мимо. Там заперто было, Сергей. Да они не ту дверь открыли просто, вот и все. Это виноват Вова. Это виноват Андрей. Прошлые катки вы открыли не ту дверь. Да, это да, это помогло. Такой, открывай эту дверь, там много лута. Я такой, да, да, там много лута. Вова, да, а я слишком доверчивым оказался. Надо было не верить. Надо было не верить, сомневаться. Телепортируй меня куда-нибудь. Куда? Куда?
Кулдаун, не, нельзя нажать. Все, взлетаем тогда. Да. Я вернуться подобрал. Нормально, Сергей. Подобрали. Кавабанга! Не трать наши деньги за потерю тела. Его уже нет. Его уже нет. Он уже мертв. Оп. А, откуда вот здесь этот чертов, да, мяч? Я его-то запихнул, чтобы он не ковырялся по стене. Кто его не сдал? Я его не сдал. Так мы его не видели. 1300 следующая квота. Готовы ли вы ее сдать? Ничего страшного. Ладно, на этом мы серию заканчиваем. Да. Надеюсь, зрителям понравилось, как мы тут выживали. Всем спасибо. Передавайте приветы. Ваши комментарии нам очень радуют. Всем спасибо. Всем пока. Все приветы мы всем передаем. Спасибо. Всем пока, привет. Всем спасибо, всем пока.